Лазертаг или лазерный бой – игра нового поколения, которая в настоящее время набирает большую популярность у современной молодежи. Ребята играют в нее не у экрана компьютера, а в реальном времени и пространстве. Из атрибутов – лазерные автоматы и пистолеты, специальные повязки с сенсорными датчиками. Суть игры состоит в поражении игроков противников безопасными лазерными выстрелами из бластера автомата. Поражение игрока происходит путем регистрации луча автомата сенсорными датчиками оппонента, закрепленными на повязке игрока. Для проведения лазерного боя в спортивном зале гимназии номер 2 был оборудован лабиринт с укрытиями. В соревнованиях приняли участие команды всех солигорских школ, по 5 человек в каждой. После жеребьевки игра началась. На протяжении 3 матчей ребята старались захватить точку противника и проявили свои лучшие качества. Ведь на поле боя, как и в жизни, мы дружим, защищаем и спасаем своих товарищей. На этой игре ты получаешь позитивное ощущение, ты можешь почувствовать себя как с, как с настоящим оружием, как настоящий боец. Ты можешь проявить себя в командирских, каких-то лидерских качествах. В лазертаг Матвей играет уже 2 года, и за это время, по словам парня, ему удалось значительно улучшить свое мастерство и почувствовать вкус победы. Победа всегда – это положительные эмоции. Если сравнивать с компьютерными играми, я выбрал лазертаг, потому что ты больше сам прочувствуешь на себе, как это играть. Ты не сидишь за мышкой и просто не смотришь, и ты получаешь какие-то ощущения, ты получаешь эмоции, у тебя во время игры выделяется адреналин. Это клево. Это такие реальные эмоции, которые ты испытываешь. Ты не сидишь где-нибудь за компьютером и не нажимаешь на кнопки. Ты бегаешь, стреляешь по-настоящему. Впервые Иван знал об этой высокотехнологичной игре около года назад в школе. Новая игра показалась интересной, и вместе с другом он решил прийти и попробовать свои силы. Позвал друга и играешь с другом. Ты его знаешь, лично с ним общаешься, помогаешь. Вот просишь, он тебя прикрывает, помогает. В компьютерной игре такого не будет никогда. Эта игра воспитывает внимательность, ловкость, силу воли, храбрость. Мне нравится, потому что это бесконтактный спорт, не причинять вред здоровью. По итогам игры победителями стала команда средней школы номер 10. Второе место заняла 4-я школа. Третьими в почетной тройке лидеров оказалась команда 2-й гимназии. На память о соревнованиях победители получили кубки и медали. Дети получили кучу эмоций, наслаждений, и я уверен, что им понравилось. Хочу поблагодарить, кто нам помог организовать все это. Это поддержку военкомата, а также Клишевич Людмила Федоровна, зам по воспитательной работе, которая нам помогла провести эти мероприятия. Плюсов у высокотехнологичной игры «Лазертаг» очень много. Она бесконтактная, подходит для людей разного возраста и различной степени физической подготовки.